Всем огромный привет! Вы на канале обзор цены и качества, и сегодня у меня будет обзор из магазина Fix Price. При входе в магазин развешивают рекламные листы с новинками, но все же давайте посмотрим сами. И сразу вижу первую новинку, это садовое кашпо по 199 рублей. Кашпо в двух цветах, плетение хорошее, подвешивается на крючки. А внутри целлофановый пакет, но я за 199 рублей ее бы не купила. Очередная декоративная новинка в этом магазине только одного вида, цена у нее 199 рублей. Состав доломит, сделано в Китае. Ароматическая свеча морской бриз и мак по 99 рублей. И свеча с ароматом манго и зеленого чая по 55 рублей. Маска-бальзам для волос, укрепляющая и восстанавливающая. Это не новинки, но они очень классные. Цена их 99 рублей. Волейбольные мячи по 199. Конструктор, цепляющие шарики по 99. Очень классная игра, всем ее рекомендую. Эта игрушка не новинка, но все же этот конструктор, он очень классный, и я думаю, вашим деткам он очень понравится. Буквы и цифры для ванной комнаты по 99. И липучка розыгрыш по 55 рублей. В отделе канцелярии появилась новинка, это фигурная гелевая ручка-перо, одна штука, 77 рублей. Цвета разные. Также цветные карандаши переставные, 24 штуки, 12 цветов. Баскетбольные мячи по 199. А у кого ремонтно-строительные работы, Fix Price предлагает респиратор по 77 рублей. Мини-вентилятор с кабелем USB по 199 рублей. Представлен в трех цветах, белый, зеленый и черный. Носки женские, состав 70% хлопка, 27% полиэстер и 3% эластан. В белом, в черном и в сером цвете. Большой выбор носков, и все они по 55 и 77 рублей. Подушка дорожная антистресс, состав полиэстер, полистирол и нейлон. У подушки с одной стороны гладкая ткань, с другой стороны бархатная. Подушка по 199 рублей, представлена в трех цветах. Fix Price очень много разных развивающих книжек для деток, и одна из них это 100 многоразовых наклеек для малышей. В эту серию вошли котенок, пингвиненок, щененок, медвежонок, слоненок, совенок, лягушонок и петушок. Цена этой книги 99 рублей. Я думаю, интересная будет книжка для самых маленьких деток. И еще одна новинка, это рисуем на коленке, книжка-блокнот по 99 рублей. Fix Price не перестает меня удивлять новинками, и очередная новинка это купальники. Купальники, на мой взгляд, очень достойные, яркие, красивые, хорошего качества, и их цена 199 рублей. Состав 50% полиэстер, 45% полиамид и 5% эластан. Очередная новинка это леггинсы женские, размеры 44, 46, 46, 48. Очень приятная на ощупь, состав 86 полиэстер, 14 эластан. Пока есть из чего выбрать, цена 199 рублей. Для водителей жилет сигнальный по 199. Посмотрите, какую юбку я нашла. Это юбка для девочек, размер 26, рост 98-104, состав 65 хлопок, 35 полиэстер, делает Кыргызстан. Женские колготки по 77 и 199. Чашка с трубочкой 480 мл по 77. Набор для специй 0,2, 0,3, 0,4 и 0,5 литра. Ее размеры 390 на 90 на 120 мм. Цена 199 рублей. Набор мисок со сливом с очень красивым цветом 1,2, 2,1 и на 3,2 литра. Для применения в быту по 99 рублей. Новинки в отделе посуды. Тарелки от Luminarc 26 и 20 сантиметров в диаметре. Материал стекло упрощенное. Страна-производитель Франция. Цена 99 рублей. А вот эту тарелку я, наверное, прикуплю. Очень красивая и очень мне понравилась. Пиала Боу 400 мл от Kitchen.
Состав фаянс, делает Китай, цена 77 рублей. А вот еще одна бульонница с ручками, 650 мл от Kitchen. Состав керамика, делает Китай, цена 77 рублей. Классная чашка из этой же серии на 300 мл. Состав фарфор, цена 77. И еще одна новинка из кружек. Снаружи матовая, внутри глянцевая. В нашем магазине представлена в трех цветах. Цена 77 рублей. Красивые кружки, мне понравились. И ручка удобная. А силиконовая щетка для посуды от Bon Home. Ее размеры 12 на 7 сантиметров. Эффективно очищает, и она очень гибкая. Цена ее 77 рублей. Еще одна классная новинка – это контейнер-кружка для холодильника и микроволновой печи 850 мл. Кружку можно с собой взять на работу, на отдых, в дорогу и на фитнес. Безопасный пищевой силикон не содержит бисфенол А. Два варианта – 77 рублей. И еще одна приятная новинка – это коврик для ванной комнаты, ее размеры 70 на 45, цена 199 рублей. В одном, но очень красивом цвете. И вот эти мочалки я вам хотела показать, мочалки от Bon Home. Они очень классные, не вытягиваются, не растягиваются и не ржавеют. Мочалки в наборе идут по 9 и по 10 штук, цена 55 рублей. А вот еще одна новинка, кашпо навесное, ее можно купить за 99 рублей. Детки, наверное, ликуют, заходя в этот магазин, потому что здесь большой выбор товара. А между съемками у меня наступает релакс. Сумка по 199 рублей, а в двух цветах. Зеркало настольное по 99. Классная расческа для волос в очень красивом цвете. И когда эту расческу я еще покупала зимой, был только один вариант — черный. А вот эта вот расческа, мне кажется, еще более удобная, чем первая. Цена ее 99. И опять новинка для наших деток. Игровой набор формочек «Динозавр» в нашем магазине в двух видах. Цена 199. Посмотрите, какую бутылку я увидела на 2,7 литра. Состав полипропилен, полистирол. Цена 199 рублей. Эта бутылка мне очень понравилась, и она очень удобная. А я заезжала в Фикс Прайс вот за этими пальчиковыми батарейками. Цена их 4 штуки 50 рублей. Всем, кому понравилось, ставьте пальчик вверх. Я надеюсь, оно вам понравилось и было для вас полезным. А я ненадолго с вами попрощаюсь. Всем пока-пока. А кто еще не подписан, подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе первым о выходе моих новых видео. Всем пока-пока. А кому это видео не понравилось, можете поставить пальчик вниз.